Крупная авария в Ярославле. На развязке юбилейного моста столкнулись Nissan и Kia. Есть пострадавшие. Дмитрий Жданюк работает на месте. Он на прямой связи со студией. Дмитрий, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Да, Иван, добрый день. Авария на развязке юбилейного моста произошла примерно в час дня. На повороте у Лесных Полян не разъехались Nissan с вологодскими номерами и Kia. Nissan ехал из Вологды, Kia с резинотехники. Машины столкнулись с такой силой, что их развернуло в разные стороны, смяло капоты у той и другой, осколки разлетелись на несколько десятков метров, в том числе и крупные детали, в частности, бампер. На месте происшествия был лишь единственный человек, водитель Nissan. Остальных людей доставили в больницу. Суммарно в автомобилях ехало 5 человек. Мужчина, водитель Nissan, от комментариев отказался. Единственное, он рассказал, что у него есть небольшое повреждение при ударе. Ремень безопасности его сильно сдавил. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Сейчас они уже нарисовали карту дорожно-транспортного происшествия и пытаются установить виновника этой аварии. Но понятно одно, автомобилям помешал разъехаться неработающий светофор. К тому же на этом перекрестке, на этом месте очень много машин всегда едет. И здесь не хватает даже регулировщика сегодня. Поэтому у водителей могла возникнуть небольшая проблема с тем, кому ехать раньше, а кому стоило притормозить. Сейчас по-прежнему выясняются все обстоятельства этого происшествия, ну и машины ожидают эвакуации. А пока движение, не сказать, что сильно затруднено, машин по-прежнему очень много, это вы можете видеть за моей спиной. Все подробности этого происшествия и многое другое можно будет узнать сегодня в вечерних выпусках программы «День в событиях» и в программе «Оперативное вещание». Иван, тебе слово. Да, Дима, спасибо большое. Дмитрий Жданюк был на прямой связи со студией.